Да, долинка это очень и очень, я бы сказал. А воздух какой! Аж голова кружится. Никогда таких запахов не слышал. Таким недельку подышать не только Аня вылечится. У полковника ноги отрастут. Ты смотри, как мотает. Повело пути. Весь склон, похоже, ползет потихоньку. Хоть бы нас выдержал. Так, надо на Аврору сообщить, чтоб по главной ветке на ГЭС шли. Аврора, это передовой дозор. Как слышите? Прием! Слышим вас хорошо. Прием! Товарищ полковник, эта ветка Аврору не выдержит. Идите по главной! А, вас понял. Тут пути ремонтировать нужно, так что задержка выйдет. Ладно, план прежний. Рандеву на ГЭС. Как там вообще? Прием! Вообще, товарищ полковник, тут просто отвал башки. Ане точно понравится. Прием. Отлично. Продолжайте разведку. Конец связи. Ну, значит, план такой. Сейчас в темпе до дамбы все проверяем и сигналим нашим, что приезжали. А то посмотри, какая красотища. Хочется всем показать, скажи. Смотри, вон церквушка какая живописная. Попытка соединения с сервером не удалась. Удаленный узел закрыл соединение. Сервер переместил Дымас 2. Дмитрий. Ребята поймали твоего друга. Я-то вижу, что вы не бандиты. Так что выручу, если глупостей не наделаешь. Мне пора. Старайся не высовываться. Увидимся!